Всем привет! Вы смотрите видео версию сайта Trantas News и сейчас о новом Volkswagen Caddy. В сети появились первые официальные фото пассажирской версии Volkswagen Caddy нового поколения, который представят в Женеве. По фотографиям можно заметить, что Caddy получит нижнюю радиаторную решетку с узором в виде сот, а также горизонтальные светодиодные дневные ходовые огни, внешне объединенные при помощи декоративной линии. Сзади появятся более длинные фонари, блоки которых будут практически достигать крыши. Volkswagen Caddy будет построен на модульной платформе MQB, предусматривающей колесную базу разных размеров. В перечень модификаций войдет пассажирская версия, а также длиннобазный развозной фургон. В зависимости от модификации в задней части авто будет одна большая или две распашные двери. Как ожидается, в моторную гамму следующего поколения Volkswagen Caddy войдут бензиновые, литровые и полуторалитровые силовые агрегаты мощностью от 90 до 150 лошадиных сил. Дизельная линейка будет представлена установками, развивающими 115 и 150 лошадиных сил. Также предполагается появление мягких гибридов со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью. В нашей стране нынешний Volkswagen Caddy доступен с бензиновым атмосферным силовым агрегатом объемом 1,6 литра, мощностью 110 лошадиных сил, а также со 125-сильной турбочетверкой объемом 1,4 литра. Дизельная гамма представлена двухлитровыми агрегатами мощностью 110 и 140 лошадиных сил. Автомобиль со 110-сильной установкой на тяжелом топливе оснащен полным приводом. Стоимость Caddy стартует с отметки в 1 миллион 513 тысяч 200 рублей. У меня пока все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!